Блюда римской кухни, которые подают в ресторанах, обрядовали бедняки, состоит из хвостов говяжьих или телячьих, которых у нас было около полутора килограмм. Вот, собственно, 1300 грамм. Далее присутствуют две луковицы свежие, приправы по вкусу, картофель штук средних 5, небольших, все мыло, счистила тщательно, лук пожарился отдельно, мясо промылось, то есть сами хвосты порезанные на кусочки под проточной водой и тушились на огне медленно в течение часа. Далее был добавлен к ним лук и томаты. Время готовки составило на медленном еще 1 час. Потом были добавлены картофель. Да, тушились в последний час вместе с томатами. И получилось очень вкусное, нежное, приятное и аппетитное блюдо. Правда, слегка костлявое. Есть лучше руками. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.